Друзья, всем привет! Сегодня 19 октября. Я на своем болотце. 7 часов утра. И уже я нашел пару подосиновичков, очень красивых. Вот так вот только зашел, и такое приветствие. Теплое. Наверное, есть смысл обойти болотце. Я уже слышу гул приближающихся машин. И у меня перед глазами встают кадры из фильма «Безумный Макс». Посмотрите, друзья, что значит прийти сюда раньше всех. Замечательно. Какой необыкновенной красоты этот подосик. Это вообще с ума сойти. А вон еще один вижу. Сейчас покажу. Пусть корзинка тут постоит. Смотрите, друзья. Идешь первый и захватишь все сокровища. Каково, а? Эта картинка будет сниться мне всю зиму. Ну там среди непролазных кустов лещины торчит маленький космонавтик. Космонавтик, потому что он как будто в скафандрике. Залез на поваленные деревья и смотрю, там вот кто-то краснеет. Сейчас полезу, проверю. Вон там. Ну, конечно, это красавчик подосиновик. Бархатные ножки. Только что прошел по болоту и очень расстроился. У меня тут открылась течь. Ходить мне теперь с мокрой ногой. Не могу поверить своим глазам. Прямо на видном месте такая красота. А? Посмотрите, какой цвет. Какой он, а? Рядышком он маленький. Но этот вообще шикарный. Это ж надо. Это вообще за... Вот маленький. О, земля очень холодная. Так. А там он старенький. По-моему, сейчас посмотрим. Да. Ну, не молодой уже. Сейчас проверим. Вот какой. Наверное, пригоден. Ну эти вообще, особенно этот, почти не видно, а? Но он-то есть. Видно он, не видно, вон он. Вот. Вот он поближе. Открывается красота. Ой, стоит убрать листья, такой хороший. Нет слов, друзья. Дух перехватывает от такой красоты. Я вообще не понимаю. Вчера я сюда не заходил, потому как вокруг
болотца стояла масса машин. А сегодня открывается такая красота. Неужели они вчера ничего не нашли здесь? Или так хорошо прятались мои грибочки? Ждали только меня. О, а я уж грешным делом счел, что мое болотце утратило свою ценность. Из-под корней тяжело достать. Вот. Я был неправ, но ты меня простил. Так вот, друзья, по старой памяти помню, что всегда нужно не лениться заглядывать в серый камыш. Там обычно прячутся самые ценные экземпляры. Посмотрите на это. Вот это дрын. Нога как черенок у лопаты. А вот просто классика. Возле тропинки, идущий вдоль болотца, близ лежащего старого дерева, в травке сидит такой красавец подосиновичек. А над этим всем новый день встал, если процитировать Цоя. Так. Они слились в поцелуе. Ничего необычного, друзья. Я просто сегодня попал на подосиновичную жилу. Романтика. Вот залез в такие хащи непроходимые. И смотрите. Тут комментарии излишни. Сейчас еще покажу один. Друзья, я вам желаю каждому, чтобы грибное утро у вас начиналось именно так. И... вот он поближе. А там, вон там, где-то, вон торчит еще. Ну, чтобы вы понимали, за ним пролезть не так уж просто. Сейчас буду стараться как-то его достать. Даже не вижу путей, как к нему подойти. Сейчас что-нибудь придумаю. Ну, в общем-то, тут
это можно сделать. Но будет нелегко. Почти. Почти. Вот он этот момент истины. Главное шляпу ему не оборвать раньше времени. Фух. Это все здесь вот. В этих кустарничках. Может быть, это болото просто знает меня и открывается лишь мне. Как вы считаете? Или не стоит так зазнаваться? Друзья, смотрите, что я сквозь дебри увидел. Какой красавец стоит. Метров, наверное, 6 от меня. Пройти к нему задача тоже не из легких. Посмотрите. Это просто решетка из ветвей. Какая красота! Какой крепыш. Прям с утра очень доволен. Редко такое бывает. Ну все, и погода, и удача, и настроение, соответственно. Друзья, я сейчас вылезу с болота. Люди попали. Вон. Два шага сделал. Вот тебе на. Ну пролезть как обычно. Легко. А, есть. Вот прям обломался так. И еще вижу через кустики. Сейчас покажу. Вон. Чикс. Сейчас постараюсь его достать. Где он пропал? Ага, вон. Там где-то. Нелегко тебя достать. Белая ножка. Обида шляп. Или как там у лепса. О, есть. Там кричат. И вот. Вижу два. Точно. Подосиновичка, там он краснеет один. И там. Сегодня просто какой-то фестиваль подосиновичный. Я к ним ворвался на вечеринку. Я понимаю, что это были бы эпичные кадры, как я туда пролажу. Но нет такой технической возможности все заснять, чтобы видно было со стороны. Так что наслаждайтесь просто вот этой красотой. О, что-то уже моя кровь или подосиновичная. Твои руки подосиновичной крови.
Вон корзина. Теперь назад. Уже и туман подрассеивается под лучами утреннего солнца. Я вчера, друзья, полдня прошарахался, чтобы столько набрать, а тут возле машины зашел. Я так зашел в кусты и заглядываю по сторонам. Присматриваюсь. Оп! Подосиновик. Detected. Познакомимся же с ним поближе. Подросточек. Юноша. Прекрасно. Я только что нашел, где они прячутся. Вроде бы все тихо, спокойно. Так-то сразу не увидишь. И так не увидишь. А вот так. Так видно. Углядывает кто-то. Да не один. Или то один такой. А, то один. То один такой большой. Просто он так спрятался хорошо. Я прям не знаю, как его оттуда выудить. Ух ты. Не знаю. Может, подкоп делать? Он туда вот. А, так он. Ага. О. Он туда уходит. Куда уходит детство? Он большой. Ну, пожилой такой. Я прям не знаю, что с ним делать. Взять, наверное, пожарить. Чуть не разваливается. Вроде бы еще и губка ничего. Вот так вот старичок дополнит картину. Там он, вижу, еще один выгоревший на солнышке. Сейчас покажу. А, вон он. Уже аж потрескался слегка. Сейчас я постараюсь его достать аккуратненько. Тут же опять же вот такое. Оп. В мышиных экскрементах. Ну то ничего. Обрежем. Это солнечная сторона болотца. А потому здесь они выгоревшие по большей части. И не столь привлекательны, как те, которые в тени. Но для меня они также дорогие. Вот, допустим, заглянем каждые 2 метра, заглядываю под
в кустики сюда. И вот. И вот. Выглядывает. Тут их двое. Один поменьше. Ну-ка. И сюда. Малец. И побольше такой вот. Очень привлекательный. Вот тут тенечки. Вот тут хорошо. Вот. Ну вот, дорогие зрители. Вот я уже и закончил обход своего болотца. Пойти экспансировать новые. Опа, сейчас еще один момент. Вот стою и прям с места вижу. Та-дам! О, тут рядышком еще маленький. Есть. Вот. Красавчик. Вон люди кричат уже. Сейчас их почистим. Так вот, пойти в машину их отнести или ходить хвастать по лесу? Тут на самом деле килограмм, наверное, 6. Если верить Катюше, 200 гривен килограмм, где-то 1200. Но для меня они бесценны. Ну так, кто рано встает, тому Бог дает. Я сейчас пойду на одно местечко, где в прошлом году собирал белые. Оно тут недалеко. Вчера просто я удивился и расстроился. В прошлом году нашел огромный белый гриб. У меня есть ролик под названием «Трофейный гриб», по-моему. Так вот, я пришел вчера, это было примерно в такое же время, пришел вчера на это место, и именно на этом месте я увидел срезанное вот такое вот ножище. Ну, кому-то подфартило. Я удивился, разве такое бывает, чтобы именно на том месте опять вырос такой экземпляр. А он вырос, и буквально в этот же день передо мной кто-то его нашел. Вот я выхожу в хвойный участок леса. Слышен кашель наших коллег.
Вот здесь очень красиво. Белому грибу здесь просто люля. Ну, в этом году я их тут не наблюдаю. Может, нашел кто уже, а может, не уродили. Решил проверить, так как видео прошлого года «Царь гриб» именно с этого места. Вот, например, масленочек. Пожалуйста. Маслачочек. Иди к своим собратьям. Песочки. Вот рядышком зашел, такая не болото, а лужица, и тоже меня порадовало красной шляпкой его. Хотел поехать в опятный лес посмотреть, ну, поскольку есть подосиновики, думаю, тут уже иду себе, прогуливаюсь, а тут такие гвоздики торчат. Сейчас подойдем поближе к ним, познакомимся. Ну, привет. Что ж, идем дальше. О, и еще привет. Это вообще зачетный. Класс. Да. Ну как? Кто-то сзади идет. В лесу людей уже слишком много. Не единение с природой, а вооруженное ограбление леса. Или другими словами, разбой. Пора отсюда уходить, идти домой. Тем более, я сколько хотел, уже насобирал
Вот мой результат. Довольно-таки немаленькая корзина. Везде трещат ветки. Пора уходить. Не то, что уходить. Нужно убегать. Они везде. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, как успехи? Там мы тики приехали, но у вас хорошие успехи. Краснички тики, да? Ага. Белых нема? Не, не попали. Молодцы. Вчера один был. Молодцы. Молодцы, да. Ми той раз як були, то ми три штуки білих знайшли, три штуки красненьких. То, то... Великі білі? Ні, прямо в землі. Прямо в піску. Я не знаю, як син знайшов їх. Я, так само. Прямо геть навіть не були темні, біленькі були. Угу. А цей раз ми тільки приїхали. А, ясно. То... Ну, ясно. Нічого, ну... непоганий улов на такий год. Ну, так, так. Та вони тільки в болотах і ростуть. А що ви з красів? Та вони побігли в болота. Вони знають. А що ви з красівчиків робите? Тут матушка закриває їх, та й все. Закатуєте просто, так? Бо жарені вони не... Ну так, вони такі жорсткуваті. Так, бо ми в тому году то були два відра назбирали. Шляпки ще нічого, а ножки вони жорсткуваті. Так, ну удачі вам. Так, вам теж. Та ні, машина тут десь. А, то вона далеко тоді. Синя. Бо ми їхали до сюди далі, машина. Синя? Так. Ну, зараз буду шукати. Наче десь тут. Та ні, вон вона. Ось стоїть. Не везде. Где ключи? Надо прятаться. Фух, проехали. Запах мороза. Блин, и тут они. Пока, друзья, до новых встреч. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.